Здравствуйте, Роман Аркадьевич. Меня зовут Антон Кропоткинский. Я чемпион мира по живописи. И сейчас я нахожусь в Венеции. Я ездил на... У меня была аудиенция с семью королями. И сейчас я вот освободился. Я вот тут сижу и думаю, здесь такой вид. И, возможно, вы где-то рядом плаваете на яхте. И я подумал, если вы сюда подплывете, то мы сможем написать портрет. Ваш портрет прямо вот здесь на месте. Вот такой, даже не портрет, а целую картину с видом Венеции. Вы можете там антураж привести, там, может, музыкантов, там, девочек, если надо будет. И сделаем такую шикарнейшую картину. Заберете картину с собой на яхту. И у меня 100 тысяч евро чек. Я думаю, что это будет, этот арт-проект, наша картина будет иметь огромное значение для мировой экономики и вообще для современного мирового искусства. Так что, Роман Аркадьевич, если вы где-то поблизости здесь плаваете, то заруливайте сюда и все сделаем. А яхта ваша уместится, я уверен, тут и не такие плавают, тут какие-то Санта-Марии... 50-палубные там северные звезды. Так что вы вполне уместитесь. Мы паркуемся, все сделаем. В общем, рассмотрите мое предложение и будьте здоровы.